Рэтчет сможет использовать заправочную станцию, как только получит ранец. Эй! Эй, Ломбакс! Иди сюда! Да не бойся ты, я друг. Неплохо бы улучшить ракетомет «Хищник». Да! Все-таки я на этой неделе добью квоту. Я бы на твоем месте точно это купил. Хорошее оружие, а стало отличное! Рэтчет добыл плазмострел. Этот псевдоспектральный биоскоп находит слабые места врагов, но сумеет ли Рэтчет в них попасть? Я знаю, кто вы. Ломбакс и боевой робот, про которых говорили в новостях. А вы, видимо, безликий прислужник, помогающий Дреку терроризировать галактику. Это только ради денег. Моя настоящая страсть — любительская нейрохирургия. Я уже где-то год коллекционирую мозги телеспрутов. Ваше хобби — собирать мозги? Рискну предположить, что вы, скорее всего, до сих пор одиноки. Изучение мозгов — благородное занятие. Если я смогу перенять телепатические способности этих телеспрутов, я соберу целую армию, и вот тогда мы посмотрим, кто из коллег осмелится воровать мой ланч из холодильника. В смысле, это работа на благо всех бларгов. Между прочим, если добудете мне парочку мозгов, я вам отдам этот реактивный ранец. Фу, какая же гадость! Один есть! Молодец! Чего я только ради тебя не делаю.
Вот класс. Патронов нет. Фу, гадость. Уговор есть уговор. Забирайте. Знаете что? У меня тут завалялся сверхсекретный инфобот Drake Industries. Я бы согласился с ним расстаться за еще несколько мозгов. Я смотрю, вы любитель поковыряться в мозгах. Да, я такой. Добыв этот ранец, Рэтчет стал грозой тысяч миров. Ну, по крайней мере, ему стало легче по ним передвигаться. С помощью реактивного ранца можно перелететь через опасную зону. Круто! Мне в жизни приходилось сталкиваться с трудностями, но самая сложная задача на моей памяти — это сказать «телеспрут и прут» 10 раз подряд. По-моему, это невозможно. «Телеспрут и прут», «телеспрут и прут», «телеспрут и прут», «телеспрут и телепрут» цивит. Так вот, видишь? Yeah.
все свое время трачу на изучение мозгов? Надо теперь представляться как ученый-мозговед. Это звучит куда лучше, чем ассистент консультанта при аванпосте. Враг убит! Вот класс. Патронов нет. Но доктор сказал, что у меня запущенный случай коровьего копытца. Я без понятия, что это, но он сказал, надо как можно больше не сходить с места, и тогда все само пройдет, наверное. А меня все так и норовят толкнуть. Может, к другому врачу сходить? Смотрю, ты нашел мой селок для телеспрутов. Освободи спрута, и ты сможешь извлечь его мозг.
работы! Класс, патронов нет. Мозги, чудесные мозги. Идите к папе. Нужно действовать быстро. Готов!
Вот класс. Патронов нет. Враг убит! Ох да. Мне нужны наноботы. Уничтожить лопаса. Yes.
А? Нестабильная атмосфера. Неизбежны механические поломки. Эй! Вот класс. Патронов нет. Мистер Зуркон несет вам смерть! Мистеру Зуркону скучно. Ох, за ним другой! Ой-ой-ой! Раз, два, три, четыре, пять, иду пришельцев убивать! Приветствую тебя, обреченный пришелец!
Нужны нанобу... Мозги, чудесные мозги! Идите к папе! Зуркон несет вам смерть! Мистеру Зуркону скучно. Зуркон тебя настигнет! Мистеру Зуркону не нужны болты! Его валюта — боль! Ты угрожаешь мне, жалкий мохнатик? Вот класс! Патронов нет! Мистер Зуркон всего лишь хочет убить вас! Еще отдохнуть приляжешь, Ломбакс? Эй! Я пощажу тебя, пришелец! Есть! Мистер Зуркон живет, чтобы убивать!
Мне нужны наноботы. Мистер Зуркон несет вам смерть! Мистеру Зуркону смерть! Пришелец, сдох за ним, другой! Ой-ой-ой! Раз, два, три, четыре, пять! Иду пришельцев убивать! Вот класс. Патронов нет. Ты подлежишь устранению. Уничтожить.
Где последняя панель. Убит! Вот класс. Патронов нет. Thank you.
можно считать армию телеспрутов у меня в кармане. Вот ваш инфобот. Если что, вы его нашли в другом месте. Добрый вечер, дорогие планки. Это председатель Дрэк с новостями о поисках нашего нового дома. На протяжении следующих нескольких дней активность бларгов по всей галактике заметно возрастет. Хотя это может привлечь к нам внимание властей, этот шаг необходим для обеспечения безопасного прохода для наших водосборщиков. Актуальная цель — пушка звездного дозора на планете Баталия. Это ионное орудие против целей в открытом космосе защищало галактику от вторжений с тех пор, как мы ушли под Землю. Выведем его из строя и продолжим осуществлять наш план. Приготовления к операции уже начались. Так что ничего не бойтесь, держитесь курса и все такое, бла-бла-бла. После того, как мы устраним звездный дозор и его защитников, приступим к финальной части моего плана. Мы должны помешать Дреку уничтожить пушку звездного дозора. По моим данным, орудие находится на Баталии. Надеюсь, мы не опоздали. Если хочешь подзаработать, собери мозги оставшихся особей. Я тебе за них заплачу. А если все добудешь, даже кое-какой презент подкину.